Есть интерес, есть азарт, каждый соперник всегда новый. А рейды это одинаковая хуйня, ты ходишь что тупо за шмотом. Ну, в рейдах команды разные всегда, могут говорю, люди что разные. Я кинжал тоже буду ролить, если что, на В шмоте. рейды ходят за шмотом, а в PvP играют ради того, ради самого PvP. Разные вещи. А я не я лидер, лидер такой. Оставил ты лидер. Есть тут кто-то? Мы тут с Малагом одно тело. PvP играет, чтобы гореть нахуй, байт. Пошли, пошли к камню, сумнем еще тело, Малаг. Я вот смотрю в соло, ебать, просто. Ну вот тут чел играет, он, блядь, каждую арену горит со своим напарником. Ну вообще, какой смысл? Тратить нервы свои. О, нечаянно, пошли в инст уже. Там шкаф ебанешь. Ну я на арене вообще нихуя не понимаю, что происходит. Меня почему-то это... все убивают. Поставь сложность. Так оставил, лидер. А, взял мне лидера скинул. А, нет, не скинул. Войд, тебе скинули лидера. Блять, что я поставил. Так, давайте, залетайте, ставьте рыбу. Ну как тебе мой ДПС, Слав? Да, заебись. У тебя шмотки, ты видел свои шмотки, блядь, 39-й весь, блядь. А у меня такого нету, блядь. У меня там всякие малаги, терияки забирают. Где у меня шапка 39-й? 39-й весь шмот, он офсет весь. А у меня, посмотри, блядь. Ну, ни одной шмотки 39 нет на ШП. Ну, типа, только блядь, вот ботинки. Я тебе говорю про шмотки вот эти все, которые тапки, там, вот эта вся пара, что у тебя тапки 39, у меня тапки, блядь, 26. Плащ с духом обоссанный, с охуной, я с критом хостой не выбил. Ну, наручи, понятно, спиздили. Потом чё, пуха заебись. У меня три не кольца и кольцо. У тебя три не получше, и кольца у меня сотри. Я только взял сейчас за репу 26-е критхаст. И 13-е с духом, нахуй, хастой. Это же вообще залупа. 13-е, блядь. Сейчас кто в 13-м ходит? Я же остров не хуярю. Так, ладно, давайте, кстати, шкаф. И сумонимся. Малак, ебани шкаф, где ты там? Лес модель. Бля, конечно, мораль тоже, ну, молодец. Вот он знает, что сейчас он будет 24 на 7 работать. Правильно? Правильно. И просто с ласт типа рейда с Алгаона он забирает бискринью. И просто не появляется вообще, боже мой. Ну... Это и ПГП-система же, да? Ну да, он топ-1 был. Все равно, ебать, я бы не знаю. Если бы я знал, что я не буду играть, зачем я буду забирать тринку, которая, блядь, тут... Ну зато потом он зайдет, у него будет триня, правильно? Конечно, я бы на его месте тоже бы забрал, сказал, идите нахуй. И вопрос, кто когда он зайдет? И вообще зайдет ли? Ну чё, артстайл, надейся на паладиныча, паладиныч по сейвову посыграй по этому по артстайлу. Каплю там дай на червях, хуй знает. Давайте в два танка сыграем сейвову. Артстайл сбегайся. Так танк-то один, артстайл, а второй кто? Ааа, у нас второго танка нет. Да, блять, в одного нахуй убивается все. Ну вот на вальках я бы еще спекал. Я всегда спекал на вальках. Хотя можно и вальки в одного, но это надо как-то... На пула нет. На пула нету, да. Там либо стопать долго не бить, либо это... Либо в два. Паладин еще есть танк? Ну на валик, не сейчас. Шам, да, от природы ты там поставишь на змеях. Там же они же природу стреляют. Да. Да. Огонь, там огонь природа. На ледяном реве этот самый лед. Ты что даже троллил, что-то 231 стало? А, что-то 2-2-9. Точнее, 4-9. Надо как-то блин, дамаж. Может меня это в вашу пати в какую-то вот, кого хилить надо? Этой. Локи вроде хилятся. Кого там? Хуй знает. Ой, подгорает от чего? Да нет, конечно, типа, ну, подождем. Ну, типа, 2 часа всего, мы... 2, 3. И да. 3, а есть у кого-то этот... Кто он, ночнорождённый, или как вот эта параша, 5% дает? У нас сейчас десятки есть? Ну, типа... Ночнорождённый. О, заебись. А вы фулл кару прошли за 3 часа? Да. Да, даже, мне кажется, мы еще собирались там, сколько, 20. За 2,5.
А тот рейд по счастью за два прошел. Второй, первый точнее. Хуя себе. Они за два прошли. Они уже чемпионом бьют. А кто будет в понедельник? Асмодей будешь? Я. А что ты хочешь? Еще ну, Кару? Я про Кару, да, про третью. Ну, я пойду с... А, нет, с вами я, наверное, не пойду. Ах. Ты отдельно хочешь? А, там, конечно, да не, мне надо просто нахуй лутать шмот, а там смотри, сколько, блядь, вообще личностей. А кто еще будет? Санёк? Я, кто? Я. Ты где? С Хантом, да? Да, ну, могу похилить. Угу. Ну, я ДК там чить, а кто хилы какие-то? У Адамира есть? Стоит событие на час, правильно же? Ага. Не, что-то не вижу события. Где оно? Не вижу сейчас. Понедельник. Не, нету. А, стопэ. В календаре нету. Бля, тут такая залупа падает, пиздец просто. А в воскресенье у нас ничего, да, свободный день? А теперь есть? Не знаю, сейчас гляну. Не, нету. Да хуй. Ну, события для гильдии ты можешь создавать. Ты хочешь еще один кражан поставить, что ли? Ну так третий, так третий рейд, там же много людей. Ну третий в понедельник, я говорю, ты хочешь еще воскресенье один въебать, что ли? А, да это я не знаю, я хуй знает. Не, я просто спросил, может какие-то рейды будут, типа... А теперь боется? Какая-нибудь, да, 10. Да, теперь видно, 13:00. Все, давайте, так, Даша тут, Даша тут. Даю ребав. Да, надо себе спектанка делать. Дайте кулак по этому. У меня хил 208 есть. Он залупный, вообще там кончен. Кулак потом дай кулак. По коту. А, я даю, да, я дам тебе точечный кулак такой. Типа. Конечно. Там где-то пускай давайте. Напоминаю обновлять никто, это я забываю иногда. Аккуратнее, когда будем бить ядовитую, блядь, чуть-чуть подстопайте, чтобы набрал. Так, да. Мы чё, на червях зергаем зеленую с токсином, правильно? Как обычно. Только не забудь поменять на природу на червя. Хуй знает, я вот расчетами не занимаюсь, вот этими калькуляционными. СПД, конечно, заебись тема. Надо так, какие-то... Так, так, а ХТ-4 выбил? Так вот, у Вайда Т4 2, ебать! Кризал Док Ара. Я потом уберу. Вот ты пал. Два с тобой, да, ребятки. Эрик, не болите? Еще один с тобой. Занеси с тобой, да, мало. Бомбы сейчас встал. Приготовьтесь к схватке с близнецами и чудовищами. И... Не надо давать боб потом ему. Арсайл или нет. Да уже все нахуй. А, блядь. Сейчас ты нахуй. Разворачивай. Он навряд ли прямо. Так, собирайте сходки.
Давайте ебашьте. Только все кислотные ебашьте. Ну, либо вам, либо ему к вам. Ему нельзя, он двоих держит. Бегите к нему сами, отмораживайте. Уже хуй вы убежите. Таким сдаю. Блядь, тоже заморозил. Блядь, он вообще не дает подамажить. Что первый меня, блядь, пиздил, что второй... Размораживай, иди. Иди к рейду, быстрее. Хау размораживай, он будет в стане сейчас. На малага сара. Да ничего страшного. Добейте кислот. Каплю на него давай там по одиночке. Блять, муха ебаная. Рейндж, рейндж. Обычно сарсайл пизданет. Я подпиливать стараюсь. Ну там что-то да, ребят, не по-детски. Дашка! Чисто мне кажется, этому много меток раскидал, 3 штуки, блядь. Блять, вы что, механику не знаете? В одного он кидает. А когда не в рейнже находишься, на всех попадает. Да эти похуй. Вы не задрачивали этот инст, да? Что задрачи? Фу, блядь. Ебать. Как же она заебала меня, сука. Противная мразь, блядь. Мразь. Давайте по четверти все встали. Всем в одну сторону отстать. Да иди нахуй. Блять, сейчас сгорю, блять. Блять, пора во время трепа буду ловить эту суку. Вот сейчас шаман и приезд. Вы отлетите, блядь, в другую сторону трейда. Кстати, все почитарды. Пожалуйста. Слава. Mm? Я же тебя просил, ставь под щит орды. Я вправо бегу. А, это не я убежит. Просто чтобы нам все в одну сторону улетать. Ну вообще-то вокруг него стоят, чтобы дыхание во всех не было. Нет, это дыхание не убивает, не дамажит. Все стоят, блядь, ну, да. Я видел, как оно не убивает. Когда два хила в дыхании, просто рейд не захиливается и все. Все стоят в одной стороне, блядь, чтобы не бегать нахуй, не терять ДПС. Там ускорение дается. Тачку, ебать. Ты пока добежишь даже под ускорением, нахуй, ебать, ты, он уже половину пройдет фазы. Не, я же тебе говорю, вайпался рейд из-за этого. С одной стороны никогда не стоят. Всегда, всегда стояли в ВВК и в обычке всегда в 25-ке, все всегда ну, стояли с одной стороны. Я не знаю, на каком это серве, стандартно, когда приходит... На всех серверах. Это стандартная тактика, стоять все... Вокруг сервера. Тебе просто ВВК, блядь, ДПС не хватит, чтобы нахуй, блядь, убить его. Всегда хватает. Врядный. Я не знаю, но ему никогда ничего не Я тебе говорю, это не просто так, потому что вайпались. Вайпались из-за того, что два хила одновременно дыхание он кто никогда не вайпался. Сдаётся вайпались. Ну это ты не видел. На лёд. Ты не видел просто вайп, я-то видел. Так, нахуй, Саша, 10 лет играешь, вайпов не видел. Давай, все время, блядь, всегда убивал с первого пула всех боссов. Опа. Опа.
вот это вот этому, как он называется. Хотя скары лучше, но вот это, а омы нету. Ну мишку заебись, тема вот это тапки. Кату не знаю, кату мусор. Кату хуй знает, ну как капы собирать, ну же РП еще собирать. Диспелить может два приста и кто? И шаман. Мага нету. Сильно бог. Диспель. Блядь, она меня дрочит, да. Слышишь, чё диспель как? С босса ты по два стака забираешь. Знаешь эту хуйню? Знаешь. Ага. А, ты шаман говоришь? Ну он два раза нажмет, и я один раз. Я могу подиспелить. А. Ну если, допустим, да просто чтобы это меньше ДПС терять, всем по разу нажать и заебись. Всего 5 стаков. Мы просто били и вот этот ИВК, мы били его, короче, ну как там, дочивка есть, дань фанатичного безумия, ДФБ. Там, короче, 45-й шмот нужно одевать. И какие-то там условия, типа как посланник титанов также, и нужно без вайпов на 50 попыток пройти, короче. Вот эту хуйню. Ну и там просто два хила в одну сторону встали, блядь. Этот пидор начал кастовать дыхание, блядь, и просто они сдохли нахуй. Ну и соответственно вайп. Блядь, я не убрал пытку, ну ладно. Да что это за спам, ебать, будет? Я и говорю, блядь. Меня прохилить не хотят. Беги, малышка, беги! Куда побежал? Это не то. Это не то, Космо. Это гиена скверная. Отбегите. Гена ебана. Гена. Ты гена ебаный. И сквиебаный скверный, блядь. Так. Мусор. Да, вафля они будут, блядь. Сейчас за эту метку уберу, блядь. Кстати, вот эти ботинки забрал тоже нахуй, да? Они такие вроде ничего, что.
Ну тут, я думаю, проблем не должно быть. Тут даже, наверное, рылить не надо, да? Тут же три друида с вихрями, с корнями. Пиздец, я думаю, должно быть все изи, да? Ну, конечно. Два фира, ебать. 3-4 фира. Локи, блядь, там пиздец просто. Конечно, просто ебать, там все дисплели там. Мы их сейчас просто унизим, ебать. Прикинь, три вихря просто сразу. Сейчас всех упадем, потом бля. Не, типа... Ой, это самый, ну, самый нужный босс здесь, синие штуки падают. Тринки, да, какие-то? Я договорился, выпадет кинжал, короче, но я его не сролил. Так, кого первым, да? Лока бьем первым. Где там еще кто есть? Ну, Вар, Ретрик, Шприст и... Ну, дерево, кто там? Давай, Малак, будешь в изгнании держать. Три изгнания, три страха чередуешь. Шакала, Арстайл. А где? И Бельнор, Ретрик. На него просто хуй ложим и все. Убиваем звезду, а потом после звезды убиваем кружок. А где еще хил? А, дерево. Да их на дерево хуй ложим и дальше всех ложим просто. Звезда, кружок, дальше дальше Бельнора убьем. Ромбик ставлю на него. Все, поехали. Вперед. Давайте не оботремся, пацаны. Это будет красивая победа. Бьем, звезду. Потом кружок. Кружок поехал. Ладно, нахуй, шот. А чего мага не контролить? ВР меня дашь. Вихрюйте мага. Че, вы три друида? А, мы не мага бьем, да? Нет. Нет, бьем. Нахуй маг нужен. Не, просто я с ним сражаюсь все это время. Не сам нахуя. Ну я хуй знает, я привык, в смысле, что бьем там таких Лока важных... Лока обычно первым. Блядь, а чё? Первый маг, он, маг он не страшный. Он диспелится. Теперь ромбик. Мага в вихре, всё. Сало в вихре. Стан. Вот тучку сдал и всё. Ромбик. После ромбика нузла убьем. Сейчас махнах опять не бьет. Бабл на ретро. Ну ебать, ну. Я не знаю, кто вообще бьет, блядь, паладина за место мага. Ну ладно, типа, ну, сначала паладина, потом мага, это же бред полный. Ну ладно, да, тут всегда обычно он контролится и косты ему сбиваются. Он шаман 6 секунд КД на сбив косты. Маг секунды просто не в диспеле, он просто шот от любого. Ну ладно, добить брати БР. У тебя брони меньше всех, наверное. Я пойду пока... Разбань, разбань. Пока убьете. Шакал остался. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. А можно ли бать, кто это, еще, блядь, кроме короля Лича, это... выиграет от подобной пошли, глупости? Тебе внутри не, блядь. Угу. Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Хотя вот этот вот отомщение отрекшихся, его вроде как пафнули, насколько я помню. Оно прожимное, что? Ну да, оно прожимается, получается, и суммируется по ходу дела там до 5 раз. А, 2000 силы атаки. Ну, в смысле, а была 1000, по-моему. То есть его апнули. Не так плохо смотрится. Ну да, вообще неплохо, блядь.
2000 АП, блядь. Ну тому же ретрику, вот. Хотя хуй знает. Я ретрику бы взял, ну хотя я не знаю, что он вообще у него там за трени. Он же сейчас что там, они носят эти, блядь, ПВПшные, блядь. Карту эту ебаную носят, там 190 сил. Так я тут пускайте, ебаный трени, шо нахуй? Yes. Не, ну блядь, карта-то получше будет. Карту, ну, носят, а я вторую еще какую-то носят. Ну а смотри, у Паладиныч носит рок. Типа, блядь, у него прок пиздат, единственное, что у него хоста ебаная. Поставь руку, пожалуйста. Отойдите к воротам. Ну, у него прок хороший, он не такой, не такая плохая триня на самом деле. Убери и тотемы. И дайте ребаф на них. И там уберись. Чтоб не сагрили, хуй знает. Рыху будет? Шума. Не, нормально. Чё, поставили там, нет? Чё, спекнулся второй танк? Я хуй знает, Ростав, ты танчил у одного? Ты протанчил. Ну типа надо будет за гроз смотреть. Только, блядь, не уешьте, чтобы, блядь, черный не сорвать. Но рыбу поставьте, я не мог похилить ману. Мне нечем. О, молодцы. Не, ну у меня по-любому будет какой-то АОЕ, где мне? Не, я хуй знаю, типа, такая себе идея вливаться с пола будет. Космополит тоже будет ауешить, я буду ауешить. Свинобог будет ауешить. Ретрик будет ауешить. Надо ему время дать, будет. Хотя бы секунд 15-10. Блин. Ну да, 10 секунд, постойте, отдохните. Давай, иди за пулю. Сейчас он поставит, набьет агро. Давай имя обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Во имя короля лича. Ну, в принципе, бейте. Только смотрите, если за умным. Жене пора пройти на руку. Идем, сбиваем. Бин. Кик. Каз, бейте, алло. Тринька, блядь. 2080 этого. Ап. Да. Там пустого ебанешься. Да, бурз же жесткий. Ага, сорвал. Ничего не берни. Просто, блядь, и сексуально. Слушайте, а вот с острова можно две тринки носить? Нет. Это нельзя? Нет. Или можно, не знаю. Хотя вроде можно. Я вот нет? Так, у меня 200 есть баджа, еще 40 баджа, я могу еще к тринку себе купить. Не, ну вот очень риск. Там к ней можно продать, там. Взяли светлую. Светлую, тебя темно бейте. Света, поебут. Не, ну бурс ебанутый, блядь. 2000 апа. О, это оффхенд охуенный, кстати. Ебать, не хпс прикольный, 18 000. А кому этот оффхенд нужен?
В рейде кому-то нужен? Да считай, в хэнс дыркой, блядь. У меня одноручки вроде нет. Мне тоже его держали, в перспективе-то все равно лучше взять меч, а вот этот вот в хэнс. Лучше по меч не носит. А, ты не носишь меч, точно. Ну тебе посох, значит. Ну я отказался, короче, похуй. У меня пока и так нормальный посох. Хотя отсюда посох лучше падает. Хотя через месяц уже на остров должны завести там и меч, блять, и оффхенд, и все там есть. Вот этого левела. Че, Оню пойдем после? Кого ты на Оню есть? Присоединись. Да. Остальные без КД на Оню, правильно? Дашка. Так. Это у КД? У них КД? Да, у двоих КД. Ну, а наберем двоих, это... Чё, не? А, нет КД? А чё прессуешь? На Оню. Не, у меня нет КД. На Оню. Я не был ещё на Оню, блядь. Ну всё, туда нечаянно. Заменим. Пойдём Оню и пойдём вообще. Будет тебе такое испытание. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Свои дома. Мою империю. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать. Когда там вдвоем Космо и Арт завоешите, духа дырявы, который проходить. Если что, можешь Арт вот танчить, в принципе. Что, может давать, смотри, типа, будет идти этот жук первый, то я его загрю и соло убью, может, просто, а всех обью от этого, Ануба. А, ну, в прошлый раз мы делали, знаешь? Ну, давай, долби его самому. А все остальные просто закрепляйте. Окей. Ну. Ярилон, давай нажмем. Этот стоит брать какой сейчас? А, Т9 на хила приста. Меня? Да я ладный, мощный. Ну, кстати, альтернативы нет, почему? По факту, типа, ну, 2 Т4 надо соебать. И можно, в принципе, вот этот уже Т8 разбивать Т9, потому что, ну, первая, типа, ну, первая, которая Т8-2, она особо ничего не дает. А статы с Т9 все равно лучше. Мне Т4 вообще, знаешь, на какие классы нравится? Вот на друида нравится, на пала нравится, прям, да, на, ну, на ДК, на ДК танка, да и ДД, блядь, тут, ну, все интереснее геймплей становится. Так, на ДД там только это, двоющий ветер вроде бы. Все, дальше, релокнулось? Все, давай, поехали. И 3 хбшки въебало, блядь, это тема. Разбейте кто-нибудь вот сверху. Видели бурст? Бурст, все. За бананы, блядь. Там вышел жука. Агрю. Ты можешь ему гнев ему запиливать, он же это же нежить. Я я знаю. Станчик сейчас подпишу ему разумку. Уебал, блядь. Второго сюда, блядь. Тогда не уводи его, просто до того убейте. Не, вот если честно, бурс, конечно, жесткий, но потом вообще для этого ласт опять же это бред, блядь. Дискарт и 6 карт, он должен давать. Блядь. Сбивайте сверху, ребят. Только не надо вот это давать, как его.
Старфол. Мне надо сразу все жить. Ой, блядь. Чё с ним? Чё, поделиться можно? На жука. Забрал, забрал. Он закроется. На лужу его. Стан был. Полтос, да, так уж бьет. Может, еще тут. Казалось, дуба. Что, когда бьете? Забери, да, оставим, больно. Что-то бьет его. Больно бьет. Дайте. Блять. Дайте бог. Дай ему Боб паладин еще. Прямо вообще. Да, да, даю. Все уже. Дал. Ну, там убрал на лошади. Ну, даже тренироваться эту тему учить. Да, хотя я пока еще не скоро буду. Да, он что, заебал? А, нет. Вон, на все, можете Боб сдать. Оставь от природы кота. Дай нам ману гель. Дай. Просил, блять. Я
Арбалья. Пиздец, и вообще лут, по сути, никому не нужен. Ну, может, башка, в принципе, нормальный шаман. Добро пожаловать на испытание крестоносца. Ладно, вроде чего. Че, на Оню летим? Да, давайте, на Оню, ребят, полетели. У нас мага нет, так то, чтобы трамвай посадить. Я честно, я не ебал, как туда лететь. Я с громового утеса самое заебись. Ну, там у меня вроде порядка есть. Там скакать долго надо, блядь. Ты же в PvP играешь, PvP выбиваешь. Там у тебя все карты должны быть открыты. Да, 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 открыты. Я долечу. Так, у кого КД, ребят, всем спасибо, ну. Кто помог? Кто был с нами? В принципе, я думаю, что... Блядь, чё я прилетел? Зачем Агриман прилетел? Я пьян? Ладно, там, я смотрю, вообще пол рейда уже, блядь, громоутилось. Долететь. Ну, типа, у кого полетка есть, отсюда забись. Я думаю, побежали они просто так. Блин, у них есть полетка. Так, хватит, блядь. У меня вроде нету, но набежать будет сейчас. Доброй охоты. Пиздец. Я в елку врезался. Когда летел на левитации. Тринадцать четыре проникнутости.